Я, например, все начертила. В слоях, если я все вот это вот сейчас слои все открою. Ну, давайте даже вот так сделаем. Сейчас отображать. Ну, вот здесь у нас здесь слои. А, показывать все слои. Вот если я сейчас все слои открою, смотрите, что получается. Какая кошенция. Это дизайн-проект. Дизайн-проект — это все слои по дизайн-проекту, которые у меня есть здесь в Архикаде. Конечно, в таком виде, ну, ничего не разберешь. Так вот, смысл в чем? Что вы чертите какой-то слой. И, ну, например, я сейчас возьму, проще сделаю. Вот, например, начертили стены, расставили мебель, какие-то там размеры расставили. Все это у вас в отдельных слоях все есть. Потом вы переходите, когда у вас чертеж готов, то есть у вас все тут уже начерчено, все, что вам нужно, написано, подписано. Тогда вы из карты проекта, вот этот важный момент, переходите в карту видов. И здесь вы создаете вид. Вот здесь с помощью вот, сохранить текущий вид. Вы здесь создаете чертежи. Это я покажу на следующем занятии точно, как делать. Сейчас просто смысл в чем, что чем отличается карта проекта от карты видов. В карте проекта у нас все элементы есть, да, то есть в карте проекта у нас все слои включены, ну, то есть могут быть включены, то есть у нас там все, что вот мы строим, находится в карте проекта. В карте видов мы разделяем слои по группам. То есть у нас в каждом чертеже какие-то слои включены, какие-то выключены. И мы вот запоминаем с помощью кнопки, там определенной, да, сохранить текущий вид, мы запоминаем комбинацию слоев. Как это делать, покажу на следующем занятии. И вот у нас получается, что разные-разные чертежи.